Всем привет, друзья! Вас приветствует Татопчик и хостинг серверов Minecraft Apex Nodes. В сегодняшнем ролике мы с вами научимся создавать экономику нашего сервера. А точнее, мы добавим возможность добавлять кому-то валюту, убирать ее, начислять и собирать, ну или же ставить какую-то конкретную. Перед началом данного ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также поделитесь этим роликом со своими друзьями, так как он очень информативен. Ну а мы приступаем. Сегодня мы с вами будем использовать такой плагин, как EssentialSix, который в принципе добавляет огромное количество команд. Скачиваем его, можете конечно скачать какие-то дополнения, но они нам сегодня конкретно для нашей задачи не пригодятся. Переходим в файловый менеджер, плагины, загружаем сюда наш Essentials и перезагружаем сервер команды reload-confirm. Сразу же давайте зайдем в Minecraft, пропишем здесь команду slash plugins и увидим то, что наш Essentials успешно установлен, то, что он работает, так как он горит зелененьким. Давайте пропишем команду slash essentials. Можем прописать essentials help. И, в принципе, увидим список всех команд, которые Essentials нам предоставляет. Этих команд, на самом деле, очень и очень много. Essentials commands. Commands прописываем. И видим... Здесь очень много, в общем, разных команд. Вы можете, ну, скажем так, просто проверить. Есть команды, наверное, по типу slash jump. Да, эта команда здесь есть. А мы просто телепортируемся туда, куда смотрит наш курсор. Тут, в принципе, достаточно большое количество этих команд. Но мы с вами не будем сегодня их рассматривать. Нас интересует экономика. За экономику у нас отвечает команда slash eco. Ну или же это сокращение экономи. Эта команда может нам выдавать, ну или какому-то любому игроку, какое-то количество валюты. Может получать информацию, сколько валюты есть у какого-то игрока. Может устанавливать ему какое-то количество валюты. Или же, ну скажем так, резетнуть его баланс, то есть вернуть на стандартное значение. Ну смотрите, я сейчас пропишу slash eco, take... от топчик. Ну, давайте 1000. И эта команда заберет у нас 1000 монет. Наш баланс станет минус 1000. Я пишу команду slash eco if от топчик 1000. И у меня вернется моя 1000, станет ровно 1000. А теперь я пропишу команду slash eco set 1000. Set от топчик 1000. И у меня будет... ровно 1000 на балансе. Set устанавливает конкретное значение. То есть, если я два раза выполню команду set, то у меня будет... Ну, допустим, я два раза выполняю команду slash set 1000. У меня будет 1000 на балансе после выполнения двух этих команд. Если я пропишу команду slash eco if от топчик 1000 два раза, то у меня будет 2000. Если take 1000 два раза, то у меня будет минус 2000. Я надеюсь, то, что этот моментик вам понятен. В следующем ролике мы с вами научимся использовать эту валюту, а также создавать ее помощью магазин. Причем магазин, который будет открываться командой shop, в котором вы сможете продавать, покупать любые товары, выполнять что угодно. Ну а сегодня я бы хотел показать вам еще одну вещь. Как же сделать так, чтобы выполнение каких-то конкретных команд было платным. Для этого давайте переместимся в панель управления. Здесь файловый менеджер, так, plugins, конечно же plugins, essentials, config. Листаем вниз, тут есть очень большое количество настроек, мы их все, в принципе, мне кажется, за неделю не изучим. Нас интересует раздел economy. Он располагается примерно на 700-х каких-то координатах, вот, 784-я строчка. Starting balance, это... баланс, который будет у игрока сначала. То есть, допустим, если я поставлю тут 1000, игрок, который впервые зашел на сервер, у него сразу будет 1000. Далее. Ну, допустим, вот есть команда repair, которая чинит наши предметы. Мы можем сделать ее платной. Но у меня есть идея получше. Давайте я сюда пропишу команду slash. Ну, пусть будет spawn. Нет. А пусть будет эта самая команда jump, которую мы сегодня рассмотрели. Costs. А пусть будет $100. И далее прописываем per use.
То есть каждый раз, когда мы будем ее использовать. Перезапускаем наш сервер командой reload confirm и перемещаемся в Minecraft. Здесь проверим наш баланс командой echo nomi. Ну пусть будет gif, а топчик 0. Ну или единичку хотя бы. У нас сейчас 1001 доллар на балансе. Ну, прописываем команду slash jump. Прыгаем. Проверяем наш баланс. 1002. Что-то у нас не сработало. Перемещаемся обратно в конфиг. И проблема была найдена. Дело в том, что я написал это вот здесь вот. А это так не работает. Мы должны это писать именно вот тут. Для того, чтобы тут вот эта вот стрелочка была видна. Прописываем тут slash jump. Пост, как мы с вами хотели, сотка. Сохраняем это. Перезапускаем наш сервер. Перемещаемся в Minecraft.